Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 24 июня. Кульминация большого парада планет. Такой день бывает раз в 18 лет. Кармическое значение и энергетика этого дня уникальна. Что принесет этот день и к чему нам готовиться, все узнаете в этом видео. Ночью 24 июня ожидается кульминация одного из самых масштабных событий в астрономии. Следующий подобный будет только через 18 лет. Полный видимый парад с участием 7 планет. В южном полушарии Земли это явление будет более отчетливо. Но и россияне смогут полюбоваться им 24 июня с часа ночи и до восхода Солнца. Без специальных приборов на восточных горизонтах будет возможно разглядеть Венеру, Марс, а не исключено, что и Юпитер. Если у кого есть телескоп, то зрелище станет более увлекательным. Для многих людей планетарное событие станет самым поворотным в судьбе. Подходит окончание отработки кармических уроков. Наступает эпоха активного действия, новых направлений деятельности. Это послужит основной более благоприятной жизни и череды изменений в судьбе. Некоторым захочется поменять работу и уйти в совершенно неизведанный род занятий, уехать в другой город или даже эмигрировать. Если возникла острая тяга к трансформации, то своему чутью важно следовать. Но в сам день парада резко что-то менять нельзя, его стоит отдать под планы и расчет последующих шагов. Астрономическое явление способно повлиять на разные сферы жизни. Личная жизнь требует аккуратности. Нежелательно выяснять отношения с партнерами. Любой незначительный раздор может вылиться в расставание. Тем не менее, одиноким людям этот период может дать шанс судьбоносной встречи. Важно его не упустить. Жизнь в это время будет как бы ускоряться. Можно заметить, что занимаясь рутинными делами, выполнить их удастся быстрее обычного и без проволочек. Однако начинать нечто серьезное в парад планет не нужно. Есть вероятность ошибок. Лучше посвятить себя менее масштабным делам, которые реально завершить в один день. Они-то как раз пройдут как по маслу. И также в этот день вы можете изменить свою судьбу и сделать совершенно легкую практику, которая позволит вам все перевернуть в лучшую сторону. И вам достаточно просто в этот день вечером, когда будет сам парад планет, посмотреть на ночное небо, подумать о том, что вы хотите изменить в своей жизни. Отвлекитесь от всей суеты, сосредоточьтесь на своем желании, а после про себя скажите такие слова. Своему ангелу я прошепчу, исполнить желание его попрошу. Как энергия в мире обновляется, счастливые перемены в моей жизни начинаются. Вот проговариваем 3 раза. Далее вы можете проговорить именно то, что вы хотите получить, от чего вы хотите избавиться и что вы хотите изменить в своей жизни. Не пропустите этот день. Используйте его себе во благо, ведь вы можете избавиться от старых проблем и резко в один день поменять свою судьбу в лучшую сторону.